Добрый день, вы на канале Банковский, и сегодня мы поговорим о том, как оплатить кредит Альфа-банка через Сбербанк онлайн. Для этого вам понадобится залогиниться на сайте Сбербанк онлайн, то есть войти в личный кабинет. Если вы не знаете, как это делать, то ссылка на ролик с подобными инструкциями в описании. Итак, вы залогинились, вошли в личный кабинет и находитесь на главной странице. Дальше вам необходимо нажать на кнопку в меню «Переводы и платежи». Дальше выбрать ссылку «Погашение кредитов в другом банке» и найти свой банк в списке. Вот Альфа-банк, кликаем на него. Дальше необходимо заполнить реквизиты. В данном случае нужно еще выбрать карту, так как у меня две карты. Если у вас одна, то выбор не потребуется. Заполняете номер счета клиента, какие-то другие данные, если понадобится. Затем будет подтверждение по СМС, и вы спокойно оплатите свой кредит через Сбербанк онлайн. На этом все. Если видео для вас было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до следующей встречи.